Сегодня приготовим шоколадную глазурь, которая покорит ваше сердце, и вы перестанете покупать шоколад для тортиков. И да, этот рецепт на 100% проверен лично мной. В кастрюльку кидаю какао, сахар и вливаю молоко. А теперь мой дружок Венчик все перемешает до однородного состояния. Вот такая масса должна получиться. Убираю на плиту и буду варить, постоянно помешивая. Как только какао закипит, забулькает, засекаю ровно минуту и буду варить, интенсивно помешивая. А уже потом добавляю кусочек сливочного масла и полностью растворяю. Ну что, друзья, моя глазурь готова. Переливаю ее в чашу и даю полностью остыть. И не забывайте, что вкус шоколада напрямую зависит от качества какао. Хотите идеальную глазурь? Используйте хороший какао. И, конечно, не забывайте подписываться на меня в Instagram. Ссылку оставлю под видео. Там я делюсь рецептами намного чаще. Так что всем добро пожаловать. И спасибо за внимание. С вами была Фатия.